отлично, отлично. А это говорит молодчиновник, молодой человек, который едет из Москвы. А по фамилии Иван Александрович Хлестаков. Как? Иван Александрович Хлестаков! Внимание, начальство. Завтрак был очень хорош. Рюмка быстро ушла. Я совсем объелся. Ушла. Налей еще. И что? У вас каждый день бывает такой? Нарочно для приятного гостя. Все, я ушел. Я люблю вкусно поесть.